манит сердце мечтою, ввысь небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Иисус стал нам другом, мы на деле узнали, Он врачует недуги, удаляет печаль. Спасение, мир и радость без меры, и второе рождение, только искренне веруй. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями.
Приветствую вас, дорогая церковь. Благодарность Господу, что у нас есть возможность еще быть в доме Его. И как вот хор пропел, придет время, когда придет Иисус для того, чтобы взять нас всех домой. Знаете, это может быть не всех в один момент, но непременно детей своих Он возьмет к себе домой. Я хотел бы вместе с вами сегодня, в этот вечер, рассуждать над Словом Божьим. После этого, чтобы мы молились, чтобы через Слово Его мы могли приближаться к Богу. Отрывки из Священного Писания, которые я хочу вам предложить, это послание к евреям. 4 глава, пожалуйста, 1 стих и последний стих. Первый стих звучит так. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Первый стих. И последний стих также начинается. «Посему, да приступим с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Аминь. Вот два таких стиха. Стих, которым начинается эта глава, и стих, которым она заканчивается. Оба стиха начинаются со словом «посему». Знаете, эти стихи, они хотят особо привлечь наше внимание. И первый стих говорит о том, что мы на пути. Мы на пути к тому, чтобы иметь вот эту встречу. Или мы на пути для того, чтобы ожидать приход нашего Мессии. И он говорит, что как любому человеку, который ожидает чего-то, есть возможность или опасность пропустить то, что он ожидает. Знаете, наверное, с человеческой такой точки, жизненной точки зрения, не раз было, когда мы вот куда-то опоздали, что-то ждали, не дождались, или не успели на несколько минут на остановке, кто стоял, вот отъехал. Я недавно вот стоял на светофоре, вижу автобус, и женщина бежит, и она ему машет, что вот я здесь, машет, а буквально она на средней полосе, а водитель ее не увидел, закрыл дверь и уехал. Ну и придется ее ждать. И знаете, вот под впечатлением этой картины я размышлял вот об этом, что действительно будут такие ситуации. И не дай Бог, чтобы вот такая ситуация произошла с верующими, которые посвятили свою жизнь и по каким-то различным причинам, а причины, понимаете, они будут постоянно, причины сатана будет всегда вносить в жизнь верующих, нам нужно всегда бодрствовать и удаляться от таких причин, а они вставать в нашей жизни будут. И мы видим здесь опасения, но также здесь мы видим и ободрение. Ободрение, потому что Священное Писание, оно хочет, чтобы мы остались верными. Оно хочет, чтобы мы имели эту радостную встречу с нашим Господом Иисусом Христом. И оно нас приготавливает. Если мы внимательны, если мы дорожим этим, оно нас приготавливает. Не мы сами себя приготавливаем, а Бог через Слово Свое приготавливает нас. И здесь мы видим несколько ступеней. Вот для того, чтобы приближаться, Слово Божие дает нам некоторые советы, как мы хотим. И я хотел бы заострить наше внимание на последней части последнего 16 стиха. Конечно, мы все в своей жизни нуждаемся в помощи, да? И иногда бывает, помощь нужна вот прямо сейчас. Она не нужна нам через полчаса, она не нужна нам через день, она нужна нам прямо через вот в эту минуту. И вы знаете, здесь очень интересно, этот стих подчеркивает момент. Для того, чтобы получить помощь вовремя, нужно заранее себя готовить. Или нужно приготавливать себя заранее. Знаете, никто, наверное, из нас не заказывает скорой помощи и говорит, знаете, наверное, мне нужна будет помощь ваша, вот тогда-то, позвоните и сделайте мне какой-то аппоинтмент и приедьте. Никто это не делает, да, для нас это нонсенс, в своей жизни мы к этому не приходим. Но здесь и какой-то другой помощи есть, и Священное Писание говорит, чтобы мы благовременно себя, если хотим, готовили. И это очень важно в жизни верующего человека. Каждый христианин, хочет он, или думает он, или не думает, он будет нуждаться в помощи Господа Иисуса Христа. И для того, чтобы эту помощь получить, он должен приготовляться.
И 16 стих дает нам две ступени. Первая ступень, чтобы мы приступали к престолу благодати. И мы понимаем, что здесь престол ассоциируется с царем, да, с человеком, от которого исходит вся слава. В данный момент это Бог, от которого исходит вся помощь любому верующему человеку. Он престол нашей жизни. Так мы часто говорим, что Он, Иисус Христос, на престоле верующего человека. Я не знаю, насколько мы задумываемся, когда мы говорим эти слова, но эти слова можно часто услышать в обороте речи христиан сегодня, в данный момент. И мы видим, что здесь действительно помощь приходит от престола. Помощь приходит от того, другими словами, кто может ее оказать, или во власти, кого эта помощь находится. Знаете, иногда мы можем просить помощь какую-то у человека, но он скажет: «Извини, это не в моей власти, я тебе ничем не могу помочь, этот вопрос не в моей компетенции». Но от Бога мы никогда не услышим такого, потому что у Него помощь или власть в любых вопросах, всей компетенции, если человек действительно доверяет Ему и заранее просит у Него этого. Но здесь текст говорит нам, что просить не нужно как-нибудь. Что для того, даже чтобы просить, готовиться, нужно что-то делать. А делать нужно то, чтобы подходить вот к этому престолу с дерзновением, с другими словами, со смелостью. Знаете, робкого человека, вот попробуйте куда-то пойти, даже если вы хороший специалист, но вы такой робкий как-то, попробуйте где-то устроиться на работу, и люди всегда будут к такому человеку как-то с подозрением смотреть. Ну, это может быть такая человеческая черта. Иногда, как мы говорим, скромность – это хорошо, да, если это скромность. Но в данном случае это, можно вот дерзновение или противоположное слово взять – это трусость. Знаете, когда какой-то такой человек очень, ну, боязливый, как-то подходит и хочет сказать что-то, а что-то не хочет, потому что он как-то... Вот это не приветствуется здесь. К престолу благодати, когда человек решил что-то, он должен идти твердо, он должен идти смело, потому что к тому, к которому он приходит, он видит. И в власти его благовременная помощь, та, которая будет необходима, чтобы получить милость и обрести благодать. Знаете, вот смотрите, для того, чтобы получить, значит, вот тот человек, который на престоле или на троне, или человек, к которому мы идем за милостью, иногда, может быть, люди вот часто здесь как-то, мы можем видеть, что, ну, получив какой-то, может, даже заслуженный тикет или еще что-то, пытаются пойти в суд и как-то повлиять или поговорить, чтобы как-то, может быть, даже... предсудья, как мы говорим, да, явил какую-то, может, милость, скосил как-то наши, вот то СПИД это был, или что, как мы нарушили вот этот закон, да, и он пытается как-то, ну, разжалобить, может, какую-то историю придумывать, что-то рассказывает, как это получилось, что он так не хотел, знаете. Это у нас здесь, на земле, может это быть. Иногда, может, знаете, действительно это пройдет, человек войдет в положение, простит. Но здесь речь идет о чем-то большем, о том, который знает не только мотив, вернее, не только поступок, но и мотив того поступка. Человек, он не сердцевидец, Бог сердцевидец. И мотив любого поступка верующего человека, он известен Богу. И это то, что должно меня, как христианина, всегда сдерживать от лишнего слова, от грязного слова, может быть, от нехорошего поступка, потому что Господь знает, что движет мною тогда, что движет моими устами, какой мотив в моем сердце. И если мы размышляем над этим, мы потом понимаем, что вот от того, как мы сегодня готовимся или живем, будет зависеть вот та помощь, которая мне потребуется не сегодня, а когда-то потребуется. И когда я начну взывать, она может быть неблаговременной. И знаете, когда неблаговременная, нас людей это иногда раздражает. Иногда нам кажется, что скорая долго едет или полиция долго едет, если это accident, знаете. И вот когда вот мы привыкли, люди, нам особенно вот это поколение сегодня,
растет молодежь, всегда хочет прямо сейчас. I want. И когда им говоришь нет, они говорят why. Почему? Они думают, что если они want, значит обязательно должно быть сразу, как потому что они want. Но им надо всегда объяснять, что не всегда будет то, что you guys want. То же самое и Библия говорит, что не всегда будет та помощь, которую, на которую ты рассчитываешь, если ты перед этим вел себя, может быть, к источнику этой помощи неправильно. Неправильно, не анализировал свою жизнь. В его глазах милости не будет на эту ситуацию. Не будет на ту ситуацию. Не будет милости и не будет благодати. Надо будет, может быть, за что-то отвечать. Вы знаете, есть одна история, очень интересная история в Ветхом Завете, в 4 книга царств. 4 книга царств. Конечно, хорошо, когда человек вот так услышит, как услышал этот муж Божий. 20 глава. В те дни заболел Езекия. Мы знаем, о ком идет речь. Речь идет о Езекии. Я хочу обратить наше внимание на 3 стих. И когда Езекия развернулся лицом к стене, он приготовился молиться. Это то, к чему мы будем сейчас готовиться. Мы будем готовиться приблизиться к престолу благодати, это к нашему Богу, и будем готовить наше сердце к молитве. И смотрите, как он к этому готовился. Он готовился через то, к этому так, чтобы он исследовал внутренность свою. Потому что 3 стих говорит: «О Господи!» Его слова такие: «Вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем». Он анализирует свою жизнь. Он анализирует свою жизнь вот здесь на молитве у той стены, стоя и говорит: «Господи, я же вот анализирую, просматриваю свою жизнь, и мое сердце всегда было Тебе верным и преданным, и делал угодное в очах Твоих». И заплакал Езекия сильно. Знаете, слезы вот в молитвах очень часто есть у верующих людей. И это нормально. Также у нас должно быть и исследование своей внутренности. Также у нас должно быть приготовление к той помощи, которая тебе нужна будет, но ты готовься уже сегодня. И Езекия вот понимал это. Он жил жизнь так, и он понимал, что когда-то он придет к моменту, когда ему нужна будет помощь от престола благодати, от самого Бога. И мы знаем эту историю, когда к нему приходит человек и говорит, что вот так и так тебе будет. И это приятно, когда мы читаем, и когда кто-то может нас засвидетельствовать, говорит, и в моей жизни тоже вот так было. Это потому, что мы внимали Слову Божьему. Это потому, что мы исследовали себя. Это потому, что мы старались сердце свое держать в чистоте. Знаете, к Богу можно приближаться несколькими разными видами. Я хотел бы немножко затронуть 3 из них. Физически. Ну, когда Иисус Христос был на земле, можно было бы как-то легче себе это представить. Да, люди шли с другой стороны для того, чтобы послушать Иисуса. Сегодня, ну, трудно человеку физически приблизиться к Богу. Единственное, что мы можем прийти в церковь. И мы понимаем, что на этом месте присутствует Бог. И мы идем в церковь. До неба ножками не дотепать. Знаете, но это и не нужно, потому что Бог среди нас. Но это вот одна из таких моментов в жизни, к которым мы можем приблизиться. К Богу можно приблизиться устами, когда мы в молитве своей, когда мы где-то рассказываем, свидетельствуем о Боге, когда мы принимаем или делимся с кем-то вот этим свидетельством, и мы чувствуем, как у нас такая близость. Кто это делал, кто свидетельствовал, молодежь, он чувствует, что Бог с ним. Особенно те братья и сестры, которые едут где-то, может быть, на миссионерские поездки, а те даже, кто не едут, а в церкви с кем-то разговаривают, с друзьями, с соседями, они чувствуют вот эту поддержку Бога. И они понимают, что вот через это исполнение Писания они приближаются к Богу. Но мы также видим, что еще одна очень важная черта или очень важный момент, важная ступень, которая ценится Богом нашим, это приближение к Богу сердцем. Сердцем. Когда мы действительно, наше сердце, оно
тянется к нему. Никогда сердце, в котором есть лукавство или какая-то нечистота, не будет тянуться к Богу. Это самообман. Могут прослеживаться две первые вещи. Человек может думать, что он физически приближается к Богу, потому что он в церкви. Он может думать, что он, если говорит Слово Божье, он приближается к Богу. А сердце его, если не приближается, это самообман. Это опасность сегодняшнего времени, последнего времени. Опасность верующих людей. Это не опасность неверующих людей. Молодежи, и не только молодежи. Потому что Бог смотрит на сердце. И Бог в заботе своей не оставляет нас вот в таком плохом состоянии, в таком состоянии уныния, потому что в таком состоянии человек будет унывать, человек будет, может, даже физически выглядеть, что у него состояние духовное плохое. Иссыхают кости, мы читаем в Священном Писании, когда сердце в раздоре с Богом, когда грех раздирает сердце, разделяет человека. И здесь мы видим заботу Слова Божия. Забота Слова Божия заключается в том, что Бог дает нам повеление. Дорогой друг, будучи здесь на земле, готовясь вот к этой встрече, Бог говорит: дорогой христианин, я понимаю, что на тебя будут атаки сатаны. Он захочет, чтобы ты не имел этой встречи. Но мое желание, говорит Священное Писание, говорит Бог, чтобы эта встреча состоялась, и она была радостной, и она была правильной, и она была чистой. Посему он говорит: приступая к престолу благодати, делайте это смело, даже если понимаете, что вы несовершенны. Даже если понимаете, что у вас есть какие-то пятна, все равно делайте это смело, потому что та сила у того престола, у Господа нашего Иисуса Христа, она готова это удалить с нашего сердца. И когда вы будете вот в этой смелости приближаться к Нему, вы будете готовить себе вот ту благовременную помощь, когда, не дай Бог, но может быть в жизни она нам каждому понадобится. И вы знаете, Бог это не человек. Бог всегда готов протянуть руку, и Бог всегда готов прийти на помощь любому человеку, а особенно человеку, который приближается к Нему сердцем. Аминь. Будем молиться. Аминь. Аминь.
Аминь. Слава тебе, Господи. Да, и ты посылаешь, помнишь. Слава тебе, Иисус, да. Благодарность тебе за это. Слава тебе, Господи. Да, слава тебе. Дай эту смелость, Господи, каждому дитяти Твоему. Дай это желание каждому. Услышь, Господи, эту молитву. Тебе все известно. Да, Господи. Услышь, Господи, я благословен. Дай милость Твою, Господи, Церковь. Да, Господи, тебе вся слава. Аминь. Отче Небесный, мы преклоняемся пред Тобой в этот вечер и благодарим Тебя за эту возможность, что Ты вновь дал нам приблизиться к Тебе. Господи, если мы не приближаемся к Тебе, так время, которое так летит, оно нас приближает все равно. Дай нам это понимание. Господи, и в это время благодати Твоей, Господи, мы хотим направить сердца к Тебе. И понимаем, я понимаю, Господи, что и у меня есть несовершенство. Но я прошу, Господи, у Тебя, у престола, которого принадлежит вся сила, Господи, чтобы Ты давал силы, идя здесь на земле, иметь эту встречу. Встречу с Тобой, иметь радость в этой встрече, иметь чистое сердце, Господи. Я благодарен Тебе за то, что Ты заботишься о народе Твоем, и мы слышим эти свидетельства, что Ты не опаздываешь. Слава Тебе, Господи, и я прошу Тебя, чтобы Ты благословил в дальнейшем каждого из нас, нашу церковь, детей Твоих по всему лицу земли, чтобы у нас было желание приближаться, не удаляться от Тебя, Господи, чтобы мы не подражали тенденции этого мира, которая уходит от Бога, но наоборот, Господи, чтобы мы, как церковь, мы приближались к Тебе, и если есть ослабевшие на пути, помоги протянуть руку помощи, не радоваться, Господи, но потянуть руку помощи, дай нам это осознание, Господи, чтобы нас наполнял трепет, когда мы это видим, Господи, и мы знаем, что Ты сердцевидец, и Ты видишь каждое сердце в этом молитвенном доме. Ты проговори Духом Святым каждому то, что нужно. А мы Тебя прославим, нашего Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. В продолжении нашего служения, дорогие братья и сестры, мы выслушаем пение хора «Когда мы вместе», потом группа «Ты мой белый парус». После этого мы выслушаем свидетельство Виталия Викторовича, пожалуйста, поделится. После Виталия Викторовича группа, мы каждый день встречаемся вновь. И потом мы с вами споем общим пением «Милости Твоей полна вся земля», братья 21-95, пожалуйста. Thank you.
однажды открылся мне ты, ты мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса. Иисус мой парус, бросил весла я. Берега не видно, все объяло мгла, яростные волны бьются о борта, весла переломаны только надо мной, все такой же белый парус мой, ты мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса, Иисус мой парус. Весла я, ветер благодати влечет меня. В нашей жизни весла — это дела, что без Бога сделали, что спасти себя. Спасение приготовлено Богом моим, белым-белым парусом одним. Ты мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса. Иисус мой парус, бросил весла я, ветер благодати влечет меня. Ты мой белый парус, моя ладья, рассекая волны, плывет в небеса. Иисус мой парус, бросил весла я, ветер благодати влечет меня. Слово буквально хотел бы сказать, пару минут вашего внимания возьму. Если помните, 2 недели тому назад у нас была конференция по личному евангелизму, и в процессе этой конференции мы участвовали в свидетельстве молодежи, и не только молодежи, и служители, и проповедники тоже выходили вместе с молодежью для того, чтобы засвидетельствовать в городе неверующим людям. И вот брат Виталий сегодня говорил о том, что нужно вовремя что-то сделать. В тексте послания евреям написано, что нужно вовремя что-то сделать. У меня вопрос к вам, молодежь. Кто из вас был на похоронах хоть раз? Бывали? Наверное, не все. На кладбище, может быть. Бывали, да? Может быть, даже не все знаете, что это такое. Когда будут похороны, приходите на похороны, чтобы вы могли убедиться или увидеть то, что жизнь коротка. Я хотел бы вам особенно сказать, дорогие друзья, что жизнь очень коротка. Самые главные вещи в жизни нужно успеть сделать вовремя. Самая главная вещь – это примириться с Богом. Я начал говорить о том, что мы свидетельствовали и участвовали в этом. И вот мне один наш брат прислал сообщение. Хотел тебе сказать, помнишь, наша молодежь евангелизировала в центре Миннеаполиса, в бедовом месте, бедовым ребятам. Там 6 человек были подстрелены в прошлое воскресенье, буквально через неделю после евангелизации. Так что, может, Господь не зря к ним говорил за неделю до этого. Я хочу сказать о том, что реально мы живем в таком мире, где каждую минуту может прийти какая-то опасность. Мы живем в таком мире, где нам никто не гарантирует, что у нас жизнь будет продолжаться бесконечно. Более того, мы все знаем, что каждому нужно умереть. И не каждый доживает до 70. Не каждый доживает до 80. Да, Господь некоторым дает такую благодать. Но я хотел бы сказать, дорогая молодежь, дорогие присутствующие, все, кто здесь находится в этом зале, просто
даже вот этот пример, он почему-то мне запомнился как-то. Да, мы были в том месте, неспокойном месте, и мы знали, куда мы идем, и мы просили наших братьев-охранников, чтобы они сопровождали нас, и они нас сопровождали. Самое главное, нас сопровождал Господь, и мы верили, что Он с нами, и Он благословлял, Он помогал нам. Не очень, как-то, знаете, все равно кому-то, может быть, было немножко страшновато, когда мы ходили там и свидетельствовали просто людям, делились с ними благой вестью об Иисусе Христе. Но тем не менее, посмотрите, какая ситуация. Та или тот день был спокойным, через неделю. Стрельба, 6 человек подстрелены. Я не знаю, умерли, не умерли, но это, может быть, в данном случае не так уж важно. Я просто хочу сказать, друзья, давайте сами вовремя делать те вещи, которые нужно, примиряться с Богом, делать это вовремя. Не всегда будет такая возможность. Я хотел бы сказать, в процессе этого служения, если Господь говорит к вам, дорогая молодежь, если Господь говорит к вам, если вы чувствуете, что Господь что-то говорит вам, и вы хотели бы покаяться, признать себя грешным, попросить у Господа прощения, примириться с Господом, успеть это сделать, я обращаюсь ко всем, спешите это делать. В процессе этого служения можно сделать. Самое главное, не опоздать в главных вопросах. Все нужно делать вовремя. Слава Богу. Аминь. Дорогие друзья, дорогие братья, приготовьте, пожалуйста, пение «Все Иисусу отдаю я», номер 397. Я вот смотрю на подростков наших, вспоминаю, когда я был подростком. Вот там в Советском Союзе у нас была возможность
посещать лечь городок. Если помните, такие городки были, там больница, вот, ну и назывался этот лечебный городок. Вот, и там все отделы, вот эти лечебные, они находились вместе. И мы вот с подростками, скорее всего, я был подросток, но ходил с молодежью, вот так вот так будет правильнее сказать. Вот, среди молодежи мне почему-то горело вот такое желание ходить, посещать больных людей. Вот, те, которые были в немощи. И вот, заходя в палату, там же, помните, в палате же не один человек, там шестеро, семеро человек, на покоечком, возле стеночки, кто посередине, у кого нога переломана, с подвесками лежит, кто-то еще как-то. И вот мы, молодежи, человек 20 на весь лечь городок, как запоем. Я молюсь, чтобы наши подростки, чтобы наша молодежь не остывали в служении Господу. Пусть как могут. Возгревайте в них любовь к Господу, молитесь о них. Пение, которое мы будем петь, оно действительно имеет сильные слова. «Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу». И некоторые скажут, не могу я эту песню петь, потому что, ну, не все я могу отдать Иисусу. Дорогой христианин, если сердце твое вполне предано Господу, то ради Иисуса Христа мы все дадим. Давайте встанем, споем эту песню. «Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу». Все я даю.
Присаживайтесь, дорогие друзья. Среди нас есть гость, брат Альберт, он с Германии. Поделится Словом Божьим и расскажет чуть о себе, пожалуйста. Мир вам, дорогие братья и сестры. Я очень рад быть сегодня вместе с вами, несмотря на то, что себя немного чувствую выжатым за эти последние дни. Каждый день у нас заканчивался очень поздно. Меня звать Альберт. Да, я приехал с Германии. Я считаю, Германия – это моя родина. Несмотря на то, что я родился в Киргизии. И мои родители, когда я был маленьким ребенком, эмигрировали в Германию. И все свое осознанное, скажем, юность, свою осознанную юность я провел в Германии. Я вырос там. Вы почувствуете, что у меня несовершенно русский язык. Я русский язык учил. Мы дома не разговаривали на русском языке, это было запрещено у нас, потому что отец считал, что мы немцы, и дома надо говорить на немецком языке. И когда я пошел в первый класс, я заметил, что у меня есть реальные сложности говорить на русском языке. Но папа сказал, это не страшно, подойдет время, научишься. Но родной язык надо сохранить. И вот почему я, в принципе, сейчас, наверное, думаю на немецком языке. И это всегда очень сложно, когда ты проповедуешь, и у тебя конспект на немецком языке. И эта проповедь родилась на немецком языке. Но я верю, что Бог может эти все барьеры убрать. И если будет где-то какие-то недостатки, пожалуйста, снисхождением отнеситесь к этому. Меня, как я уже сказал, я приехал с Германии, являюсь руководителем библейской миссии, директором библейской миссии в Германии. И один из международных руководителей библейской миссии. У нас сегодня, вот в эти дни были удивительные дни. Может, вы об этом слышали. В эти дни у нас было открытие нашего офиса здесь, в Миннесоте. Bible Mission Slavic. Я хочу поблагодарить вас как церковь. Я знаю, что отдельные братья помогали нам в том, чтобы зарегистрировать эту организацию, перерегистрацию пройти и так далее. Сердечная вам благодарность. И вот в эти дни у нас был такой огромный праздник. И мы их несколько праздников объединили, потому что объединить людей, которые часто в дорогах, было очень сложно. И вот было открытие офиса, освящение Bible Truck. И наш директор Константин Андреевский, было его рукоположение сегодня. И мы имели вот эту большую радость быть вот в этом общении и просто видеть, что Бог сделал. И для нас это огромное благословение и чудо. Если вы хотите что-то узнать о библейской миссии, вам надо, наверное, пригласить Константина. Он вам очень много сможет рассказать. А между прочим, я хочу вас пригласить прийти к нам в офис. Это не просто офис. Каждый наш офис – это дом Евангелия. Мы проводим там встречи, мы не только там работаем, там у нас есть молитвенная комната, у нас есть встречи, когда мы ведем душепопечительские разговоры, это у нас во всех офисах так. Эти офисы открыты для людей, которые ищут помощи, ищут встречи, возможность встретиться с кем-то, побеседовать. У нас проходят, как говорится у вас, такие домашние группы. И в этих домашних группах изучается как бы тоже Слово Божие, и вот для этого открыты наши офисы. Я хочу сказать, добро пожаловать, приезжайте, знакомьтесь, мы рады будем с вами помолиться и рассказать о том, что Господь делает. Когда я сегодня слышал подростков, у меня столько много воспоминаний. Когда я был на миссионерском служении, я тоже регент хора, и я дирижировал детским хором. Мое служение начиналось в детском доме, в организации или в управлении детского христианского дома в Казахстане. И у нас был такой же хор. И знаете, почему такие воспоминания? Потому что мы те же песни пели. Вот я просто, у нас такой же репертуар был. Я вспоминаю вот эту песню. Когда мы вместе, представьте, дети-сироты пели вот эту песню. Мы ее, конечно, чуть-чуть переделали на лад детей-сирот, что мы из разных семей, из разных обстоятельств Бог собрал нас вместе. Знаете, когда они вместе пели, я, как правило, стоял и плакал. Потому что вот эти дети пели,
когда мы вместе, мы сильны. Знаете, это было на самом деле на практике так. И я благодарен Господу, что у вас есть такое настоящее, и у вас есть будущее. Пусть Бог вас благословит. И я вижу, что среди них уже сидят миссионеры, проповедники, люди, которые будут активно участвовать в служении и в распространении Царства Божия. А может, там и сидят сотрудники библейской миссии, а может, и миссионеры будущие. Пусть Бог даст эту милость и вам, как церкви. Я знаю о вашем видении, восторгаюсь этим видением, хочу молиться об этом. Я надеюсь, что как-то мы будем вместе друг другу служить, потому что принцип библейской миссии с церквями для церкви и через церкви. И это наше ясное убеждение, как библейская миссия, что миссионерское задание – это не задание миссии. Мы понимаем, что миссию должна делать церковь. И мое личное убеждение, не всем сотрудникам нравится, когда я так говорю, но я как руководитель убежден в том, что за лучшее, если когда-то нас не станет. И мы хотим все для этого делать, когда церкви просто примут этот вызов, который дал им сам Бог, и начнут заниматься миссионерским служением, и мы просто станем не нужны. И я сказал моим сотрудникам, тогда мы пойдем в самую пассивную церковь и начнем там заниматься миссионерским служением. Я думаю, что это правильно, и я слышал о вашем видении, пусть Бог вас благословит и даст вам много-много сил отстаивать эти принципы, потому что это не само собой разумеется, что церкви имеют такое видение. Пусть Бог вас благословит. Хочу сегодня поделиться словом. Долго думал о том, что сегодня передать вам. И я вспомнил об одной проповеди, которая сильно коснулась моей жизни, потому что у меня были в моей жизни моменты, когда я задавал Богу много вопросов. Я не понимал, почему то или другое происходит в моей жизни. Я следил за христианством, и я смотрел, что многие люди имеют какие-то определенные ожидания от Бога, и они не оправдываются. Знаете, люди думали или подразумевали, когда они обратятся к Богу, что жизнь будет такая яркая, светлая, и всегда все будет хорошо. И знаете, я слышал, когда такие люди высказывали моменты и говорили, я думал, что будет все иначе, я немного разочарован, я немного просто огорчен, может, даже на Бога, потому что Он не сделал так, как я себе это представлял. И знаете, я просто начал анализировать, что происходит, что происходит. И знаете, я понял одну очень важную истину лично для своей жизни, что иногда наши представления, знаете, наши какие-то задумки разрушают в конечном итоге нашу веру. И я хочу это немного объяснить. Знаете, когда мы посмотрим на еврейский народ, мы видим, что у них было очень много ожиданий. Когда пришел Иисус, они себе, конечно, иначе представляли пришествие Иисуса Христа на эту землю, но мы видим, когда Он пришел, и вдруг они начали замечать, что не все происходит так, как себе они это представляли. Они под игом римским, они в таких стесненных обстоятельствах. Это не были обстоятельства, которые им нравились. Это не было удовлетворительно для этого народа. Но они ждали освободителя. Они ждали того, который придет и освободит их от римлян. Знаете, что-то подобное происходит в нашей жизни. Когда мы приходим ко Христу, у нас появляются какие-то представления. Сейчас будет все хорошо. У меня есть страховка, что не будет никаких, знаете, таких больных или тяжелых обстоятельств в моей жизни. Не будет больше проблем в моей жизни. Сейчас будет только благословение и радость. Но знаете, в нашу жизнь приходят болезни, в нашу жизнь приходит смерть. В нашей жизни приходят какие-то, может, тяжелые обстоятельства, и мы, знаете, подобно как ученикам, которые шли в Эммаус, говорим следующие слова. И Евангелие от Луки в 24 главе, в 21 стихе, я хочу, чтобы мы его прочитали, и отсюда немного начали рассуждать дальше. Смотрите, как там написано. Когда, знаете, произошло, знаете, трагедия, можно сказать, когда
Иисус умер на Голгофе. И когда, знаете, вот эти ученики, у которых была какая-то определенная надежда, удалялись от Иерусалима, был разговор, когда Иисус появляется среди них, и Он начинает с ними диалог, и мы видим, что происходит. И они говорят следующее Ему, когда Он спрашивает, о чем они говорят, что они переживают. И смотрите, что там написано. «А мы надеялись, было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля». Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Вы видите какое-то определенное разочарование у этих учеников. Вы видите, что они говорят, мы думали и надеялись. У нас были какие-то ожидания. Мы думали, что это должно быть вот так. А получилось совершенно иначе. И они уходят из Иерусалима в Эммаус, и они идут, и у них полное разочарование. Дорогие братья и сестры, знаете, я встречал на своем пути служение и сам был в этой опасности разочароваться во Христе. Это самое страшное, что может произойти. Знаете, когда в нашей жизни появляется какая-то определенная мечта, или мы думаем, что вот так это должно быть, это какие-то ожидания. Знаете, как я это называю? Я это называю, когда в нашей жизни появляется личное Евангелие. Самодельное Евангелие. Объясню, почему так я это называю. Евангелие – это благая весть. Евангелие – это радостная весть, согласитесь? И когда у нас появляется такая весть, которая радует нас, понимаете, самодельная, это для нас радостно. Вот мы хотим, чтобы это было вот так и вот так. И тогда я буду радоваться. Тогда это для меня благая весть, тогда для меня это радостная весть. И знаете, когда вот такое представление появляется в нашей жизни, и она вдруг не исполняется в нашей жизни, тогда у нас серьезные проблемы. Тогда мы начинаем Бога обвинять, мы начинаем задавать Ему вопросы, мы говорим, Господи, почему Ты допускаешь то, что сейчас в моей жизни? Это неожиданно, я не думал, что это так, но знаете, Бог же нас не призывал к такому. Он же не сказал, что с того момента, как Ты примешь меня как личного Спасителя, все будет хорошо. Он же не говорил об этом. Нет, Он говорил что-то другое. Он сказал, что вы будете страдать. Он сказал, что тот, кто хочет жить праведно, он будет переживать сложности сегодня в этом обществе, его будут гнать. Иногда у нас представление, что жизнь с Иисусом – это прогулка по парку, знаете, в такой романтической атмосфере. Братья и сестры, это не так. Сегодня так много об этом проповедуется, но я считаю, что это глубокий обман. И вот почему я встречаю людей, которые разочарованы. Почему? Потому что им позволили создать какое-то представление, свое личное, самодельное Евангелие. И когда это не исполняется, люди разворачиваются и уходят от Бога. Я бы хотел, чтобы мы сегодня могли понять, что Христос нас не призвал, знаете, идти всегда по мягким и хорошим, удобным тропам в нашей жизни. Он призывает нас к страданиям очень часто. Он призывает нас, знаете, сражаться. И когда мы читаем Филиппийцам 1 глава 27 по 30 стих, здесь очень ясно апостол Павел об этом говорит. Смотрите, там написано так, «Только живите достойно вести Христовой, живите так, чтобы я увидел, когда приду к вам или услышу, если прийти не смогу, я современный перевод читаю, что вы дружно стоите плечом к плечу, все как один, сражаясь за веру радостную, за радостную весть. И никому из противников не даете себе запугать. И смотрите, немного далее мы читаем что? Но страдайте за Него, написано. Знаете, это очень важная мысль. Христос призвал нас, и Он говорит, я не обещаю вам, что все будет хорошо. Братья и сестры, я не знаю, с каким сердцем ты сегодня пришел сюда. Может, в твоей жизни появляются какие-то определенные разочарования. Почему? Потому что не так, как ты думаешь, складывается в твоей жизни. У тебя проблемы с детьми. У тебя появляются какие-то другие моменты, и ты говоришь, Господи, почему? Я же думал, что должно быть вот так. Я себе представлял, что это будет вот так, а на самом деле это иначе. Дорогой друг, я бы хотел, чтобы ты сегодня услышал слова Бога.
которое написано в Евангелии от Иоанна, 13 главе. Я бы хотел, чтобы мы эту историю взяли для основания нашего размышления. Смотрите, как там написано. Это удивительная история. Евангелие от Иоанна в 13 главе описывается история, когда Иисус моет ученикам ноги. Вы помните эту историю? Когда Христос, знаете, обвязывает полотенце и начинает ученикам мыть ноги. И мы здесь видим, что происходит какой-то конфуз. Люди говорят, как это может быть? Ученики говорят, Иисус, ну, все молчат, кроме Петра. Давайте мы прочитаем это место Писания. 13 глава. 5 стих, с 5 стиха. «Потом влил воду в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему, «Если не умою тебе, не имеешь части со мной». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки и голову омой». Дорогие братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы немного окунулись вот в эту обстановку. Вот понимаете, Иисус начинает мыть ноги ученикам. Вы можете представить себе? Сын Божий, который спустился на эту землю, начинает мыть ученикам ноги. Знаете, это настолько поразительно, это настолько удивительно. И знаете, мы понимаем, что Иисус здесь хочет какой-то определенный урок дать ученикам. Но я хочу, знаете, взять один стих. Я понимаю, что это может по всем правилам герменевтики и всем другим правилам это может, ну, неприемлемо, но я думаю, что вот в этой ситуации я это не часто делаю, но я бы хотел, чтобы мы подчеркнули одно предложение. Смотрите, когда Петр отказывается от того, чтобы Господь помыл ему ноги, Иисус ему говорит следующее: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Братья и сестры, то, что здесь сказал Иисус, это очень-очень важно. Я бы хотел, чтобы мы сегодня, видя вот эту историю, могли взять вот это предложение и услышать сегодня в нашем слухе. Знаете, чтобы это прозвучало в нашем сердце. Знаете, когда Петр сопротивлялся, он как бы говорит, «Господь, я недостоин, чтобы ты мыл мои ноги, я тебе должен по-хорошему помыть ноги, но ты теперь мне моешь». Знаете, Иисус ему отвечал очень ясно и понятно. Если перефразировать это сегодня на наше время, он как бы говорит, «Петр, что я сейчас делаю, для тебя это сейчас непонятно, совершенно непонятно». И знаете, может он как бы имеет в виду, что может в твоей жизни будут ситуации, ты их не будешь понимать. Но пройдет время, ты поймешь, что я имел в виду. Братья и сестры, это очень важные слова, которые произнес здесь Иисус Христос. Он говорит, я делаю то, что делаю, и это имеет смысл. Но ты это не понимаешь. Знаете, я посмотрел в Писании и нашел очень много событий, которые имеют что-то подобное. Давайте мы вспомним Иосифа. Иосиф, не очень его любили братья. Мы знаем почему. Он особенный сын у своего отца. Отец его балует. Отец ему дает все, что только можно, скажем. Он его особо как-то, знаете, каким-то образом, знаете, он сумел его выделить среди всех других братьев. Но в то же время мы понимаем, что Иосиф был послушным. Он убегал от зла. Он имел страх Божий. Он верил Богу. И знаете, в его жизни наступают какие-то определенные моменты, которые я могу представить глазами Иосифа очень непонятные. Вот представьте, да, он приходит к своим братьям, и у них есть замысел, надо от Иосифа избавиться.
Иосиф идет. Почему он идет? Потому что ему отец сказал, правильно? Он послушный. Он приходит с самыми лучшими намерениями принести братьям гостиницы. Он приходит и говорит, я передаю вам привет от отца, меня отец посылает. Они начинают от него потихоньку избавляться. И знаете, я себе могу представить, когда он оказался там, знаете, в этой яме. Как вы думаете, что он думал? Что происходило в его сердце? Задавал ли он Богу вопрос или нет? Наверняка, я думаю, что он сказал, Господи, что происходит? Почему это происходит в моей жизни? Я знал, что меня братья не очень любят, но не так же. И знаете, что он думал, когда он заметил, что его привязали к верблюдам и начали вывести в Египет? Что он думал? Что он думал, когда он шел по пустыне? Что происходило в его сердце? Знаете, я думаю, что он задал Богу вопрос, Господи, что происходит? Почему это так? Что я сделал неправильно? Где я провинился? Почему это происходит в моей жизни? Он приходит в дом Потифара. И знаете, вроде как-то начинается, происходит какая-то реабилитация, что ли. У него появляется, знаете, особый статус в этом доме. И знаете, вроде находясь на кульминации, где-то все хорошо. Он управляющий в доме. И знаете, он всем управляет. И вдруг... как молния и гроза в его жизни. И он оказывается в темнице. И теперь он сидит в темнице, и что он должен думать? Вы можете себе представить? Когда он говорит, Господь, почему ты это допускаешь в моей жизни? Я же сделал все правильно, я же убегал от греха. Я же сделал то, как ты учишь. Я же хотел тебе угодить. И почему вот эти переживания в моей жизни? Почему я оказался здесь? Друзья, я уверен, что Иосиф задавал какие-то определенные вопросы, он не понимал, что происходит. Я могу себе хорошо представить, что он там сидел и спрашивал, Господи, что должно это значить? Почему это так? Братья и сестры, если бы Иосиф там в темнице бы не услышал голос Бога. И я уверен, что Бог утешил его сердце там. Я не знаю, какими словами, но я знаю, что Иосиф мог в этой ситуации смириться с этими обстоятельствами. Знаете почему? Потому что наверняка он услышал подобные слова от Бога. Иосиф, то, что я сейчас сделаю, ты не разумеешь. Но придет время, ты поймешь все. Вы понимаете, что Иосиф вот в этой ситуации был полностью, знаете, ну, я думаю, что он мог бы отвернуться от Бога. Но в этой ситуации мы видим, что Иосиф остается верен Богу. Мы видим, что он начинает в той же темнице проявлять свою веру. И в Писании написано, и Бог был с Иосифом. Знаете, он его особенно утешил. Он ему сказал, Иосиф, несмотря на то, что сейчас тяжело, я рядом, я рядом. И люди это увидели. Давайте посмотрим на Авраама. Помните, когда Бог ему в 12 главе книги Бытия, он дает ему задание и говорит, иди в страну, которую я тебе покажу. Помните? Друзья, я несколько раз переезжал. Я уезжал на миссионерское служение, оставлял все. Я понимаю, что это значит все оставить. Это уехать и после 12 лет служения вернуться только с двумя чемоданами. Знаете, когда уже все другие настолько... оседло основались там, где они находятся, построили первый, второй, третий дом. Мои одноклассники и мои друзья. Я понимаю, что у них жизнь шла. А я приехал с двумя чемоданами. И знаете, когда Бог говорит Аврааму, иди в страну, которую я тебе покажу, друзья, это была страна, которая уже была устроена. Там, где он находился, уже было все сделано. Говорится так, что у него были полные коммуникации, у него была вода. У него были канализационные всякие устройства. Он полностью обосновался. Были колодцы, которые были выкопаны. И теперь Бог здесь ему говорит. Авраам, собери все и иди в страну, в которую я тебе покажу. Что должен был думать Авраам? Господи, зачем? Вот сейчас так удобно. Сейчас так все хорошо. И ты меня вырываешь из этих обстоятельств. Зачем?
Зачем ты это делаешь, Господь? Я тебя не понимаю. У меня же сейчас все хорошо. Но, братья и сестры, если бы Авраам вот в этих обстоятельствах не получил бы этот особый мир от Бога, который ему сказал: «Авраам, что я сейчас от тебя требую? То, что я сейчас сделаю, ты не понимаешь, но пройдет время, когда ты все уразумеешь». Он бы не вышел. Давайте подумаем дальше. Помните, когда он должен был принести в жертву сына? Вот этого сына, который, знаете, был вымолен от Бога, мы читаем в 22 главе. Сколько вопросов. Господи, зачем? Зачем ты это делаешь? Это же так ценно. Это же так драгоценно в моей жизни. Зачем ты это делаешь? Друзья, если бы не было этого свидетельства от Бога, я делаю все правильно. Что я сейчас сделаю, ты не поймешь, но настанет время, ты все разумеешь. Делай, я с тобой. Знаете, так часто в нашей жизни происходят ситуации, где мы задаем Богу вопросы. Я бы хотел, чтобы мы сегодня посмотрели свою жизнь. И может кто-то сегодня находится в такой ситуации, и мы задаем вопрос: Господи, почему у меня то или другое? Почему вот эти ситуации в моей жизни? Знаете, я был на одной миссионерской конференции, и один миссионер рассказывал о Африке. Там, как, где он жил среди людей, которые особым образом, знаете, организовывали свою жизнь. И он говорит: знаете, для того, чтобы вот это село могло выжить, мужчины должны были идти на охоту. И чтобы пойти на охоту, им надо было перейти через, знаете, широкое большое river. Через реку, да. И знаете, там было такое сильное течение. И вот в этой ситуации он говорит: для того, чтобы перейти, им нужно было что-то сделать. Иначе бы они просто умерли бы с голоду. И они там занимались охотой. Там на этой стороне было все то, что им нужно было. И он говорит: как вы думаете, они это сделали? И знаете, мы начали задумываться. И мы говорили: они построили мост. Он говорит: нет, мост не построили. Они сделали веревку, и с этой веревкой как-то вот, ну, переправлялись на другой берег. Он говорит: нет, это не так. И знаете, сколько предложений было. В конечном итоге он говорит: теперь послушайте, как они это делали. Он говорит: с правой и с левой стороны этой реки были большие круглые булдыжники. И когда вот эти мужчины хотели перейти на другой берег, они брали эти булдыжники, ставили их себе на голову и шли через эту реку. И говорит, тогда течение их не могло смыть. И знаете, все: ага, понятно. И он говорит: знаете, нужно было положить груз, иначе просто смывала эта река человека. И знаете, когда я это услышал, я так подумал: Господи, да это же иллюстрация нашей жизни. Ты в нашей жизни иногда хочешь положить вот этот камень для того, чтобы нас не смыла эта жизнь. И ты допускаешь какие-то сложные обстоятельства в нашей жизни для того, чтобы мы просто не пропали. Ты допускаешь какие-то моменты в нашей жизни, чтобы нас чему-то научить. Ты допускаешь эти жизни, чтобы укрепить нашу веру. И знаете, я посмотрел свою жизнь, я заметил столько моментов. Я вспоминаю, когда у нас родился второй сын. Это было в Казахстане. И мне позвонила жена и говорит: у нас родился сын, приезжай. Знаете, я приехал в больницу. В то время еще не запускали мужчин в родильное отделение. Но когда они услышали, что немка в казахстанских условиях родила ребенка, я был VIP-персона, знаете. Мне белый халат одели, я как врач прошел туда в отделение. И нам дали такую убогую комнату, как они все были, в принципе, и там мы могли с Лидой встретиться. И она вынесла нашего второго сына. Знаете, я посмотрел на него, мы там помолились, мы поблагодарили Бога, что Он нам подарил второго сына. Знаете, это было так радостно. Мы попрощались, и я вышел. На следующий день утром я получаю звонок, и моя жена плачет.
Я говорю: слушай, что случилось? Она говорит: я всю ночь не могла спать. У меня жуткая боль в ноге. Я говорю: как понять жуткая боль? Ну ты скажи же, медсестры там, они не знают, что делать. Я просто не могу выдерживать эту боль. Пожалуйста, позвони врачам, чтобы они посмотрели. Я набрал врача и говорю: пожалуйста, пройдите, пожалуйста, если можно, срочно, посмотрите, что с моей супругой. У нее всю ночь болела нога. Но они когда услышали, что это немка, это аттракцион всей больницы был в те дни, они быстро побежали, визит, который делали врачи, они просто прошли сразу в палату моей супруги. И когда они увидели и услышали то, что она им рассказывала, я получил уже звонок от врача потом. И он мне позвонил, говорит: Альберт Владимирович, мы едем срочно в реанимацию. Мы делаем срочно операцию. Ваша жена в опасности. И знаете, у меня все оборвалось. Я говорю: как понять? Что произошло? Что случилось? Он говорит: молитесь Богу, чтобы она выжила. И знаете, у меня такой страх. Я думаю: Господи, что такое? Как это может быть? Я как раз в детском доме был. У нас должно было начаться сейчас общение с сотрудниками, утро молитвенное. И знаете, я просто там сломался. Я сел, и я просто не мог понять. Я говорю: Господи, у меня один сын. Ему 2 годика. Ты же не можешь у меня сейчас забрать жену. Господи, как? Это просто нереально. Не делай это. И знаете, пришли сотрудники, они увидели, что я в таком положении. Я говорю: друзья, у меня жена лежит при смерти. Я получил звонок, у меня жена лежит при смерти. Мы все начали молиться. И знаете, мы долго стояли на коленях. Некоторые молились несколько раз, я молился несколько раз. И знаете, в тот момент я сказал: Господи, я не знаю, почему ты это делаешь. Ты знаешь, я много оставил. Ты знаешь, я посвятил всю свою жизнь. Я отдал все. Вот как мы в этой песне пели: Господи, но если тебе это угодно, и ты этого хочешь, мне это тяжело произнести, но тогда забери. Но я хочу, Господи, если это только возможно, оставь мне мою жену. Я прошу тебя, Господи. Но если это тебе угодно, и это в твоих планах, и ты так думаешь, это правильно, тогда сделай то, что ты хочешь. Знаете, в этот момент пришел такой глубокий мир в мое сердце. И знаете, я перестал плакать. У меня такая уверенность вселила сердце. Я не знал, что будет, но я знал, что Бог контролирует эту ситуацию. Я сел в машину и поехал в больницу. Я стоял, ждал, пока операция кончится. Подключился главный хирург и так далее. И знаете, там операция шла, я стоял, ждал. И потом вызвал меня старший хирург. Я пришел в кабинет, и она мне говорит: молодой человек, я вам хочу сказать, вас любит Бог. Я говорю: скажите, что произошло? У меня все хорошо, с моей женой все хорошо. Она говорит: все хорошо. И знаете, она мне начинает описывать картину. И я так думаю: Господи, это же было все так... Да ты просто все знал. И знаете, что произошло? Она мне говорит, главный хирург говорит: ваша жена должна была умереть дома. У нее оторвался тромб и пошел уже внутренняя артерия, знаете. И она говорит: мы просто буквально вот точку в точку сделали надрез и смогли остановить этот тромбик. По-хорошему, ваша жена должна была дома умереть. Но так как она себя после родов хорошо чувствовала, она помогала всем женщинам, и она мне это говорила. Говорит: Альберт, так удивительно, я себя хорошо чувствую. Я могу другим женщинам помочь. Вы знаете, как в таких роддомах там нету никаких комфортов, там никто друг другу не помогает, там все на себя как-то, знаете, вот для себя там живут и находятся там. И здесь она говорит: я могла другим помогать. И таким образом, этот врач мне говорит, началось хорошее кровообращение. И знаете, и появилось давление в артериях, и она почувствовала боль. И вот эта боль на конечном итоге спасла вашей жене жизнь. Я говорю: нет. Бог спас жизнь. Бог спас жизнь. И она говорит: я же вам говорила, вас любит Бог. Знаете, я задавал много вопросов.
Но знаете, когда Бог сказал: «Альберт, что я сейчас делаю, ты не понимаешь, но я хочу тебе сказать, что я все контролирую. Придет время, когда ты мне поблагодаришь за это, пройдет время, когда ты скажешь: Господи, спасибо». И знаете, через вот эту ситуацию Бог укрепил очень сильно мою веру, когда я забрал моего новорожденного сына, а жена была в реанимации. Представьте себе, что я должен делать, мужчина. Я даже не умею купать детей. Это все делала моя жена. Но знаете, Бог удивительно начал действовать, когда, знаете, удивительные вещи начали происходить. Я сказал: Господи, ты знаешь, что ты делаешь. И если это для нас может непонятно, вот в этой ситуации, сейчас, в данный момент, нам это непонятно, но у тебя есть смысл. Знаете, послание к Римлянам, 8 главе, в 28 стихе мы читаем: «Мы знаем, что любящим Бога, в конечном итоге говорится, все содействует ко благу». Братья и сестры, я бы хотел, чтобы вы сегодня могли услышать голос Бога, который говорит: Альберт, Андрей, Влад или еще кто-то, я не знаю, в каких-то обстоятельствах, я тебе хочу сегодня сказать, что я сейчас сделаю, ты не понимаешь. И может, это тебе непонятно, может, у тебя много вопросов, но я бы хотел, чтобы ты услышал голос от Бога, который тебе говорит: придет время, когда ты поблагодаришь меня. Почему? Потому что у меня добрый замысел. Знаете, когда в нашей жизни происходят неожиданные вещи, когда в нашей жизни происходят вещи, которыми мы не можем смириться, мы начинаем Богу задавать вопрос: Господь, почему? Почему ты это допускаешь? Братья и сестры, давайте мы поменяем вопрос. Я себя лично всегда учу задавать Богу следующий вопрос: Господи, зачем? Давайте из нашего «почему» сделаем «зачем». Зачем ты это допустил в моей жизни? Что ты мне хочешь этим сказать? Может, ты мне хочешь обличить? Может, ты мне хочешь какой-то определенный урок преподать? Может, ты хочешь меня поменять? Может, ты мне показываешь на какие-то неправильные обстоятельства в моей жизни, которые нужно изменить? И знаете, «зачем» приносит всегда благословение. Зачем, когда мы говорим: Господи, зачем, а не почему, с вызовом. А когда мы в смирении говорим: Господи, зачем, мы слышим голос Бога, который говорит: сейчас тебе это не понять. Пройдет время, и ты будешь славить меня. Пройдет время, ты скажешь: Господи, спасибо, это было правильно. Это было так тобою задумано, и это было хорошо. Я бы хотел пожелать каждому из нас, в первую очередь себе, чтобы мы не строили, знаете, какое-то личное Евангелие в своей жизни, чтобы мы не делали, знаете, какие-то такие, не ставили какие-то ожидания Богу. А если Он не исполнит их, мы начинаем обижаться, мы начинаем капризничать, мы начинаем отворачиваться от Бога. Давайте мы скажем: Господи, то, что Ты делаешь, это благо. То, что ты делаешь, это должно меня, может, остановить. Может, это должно меня привести к покаянию. Может, это должно меня привести к тому, чтобы пересмотреть какие-то вещи в моей жизни. Знаете, я задавал себе иногда вопросы, когда я видел, что мои дети делают какие-то неправильные вещи. Я не говорил: Господи, почему? А я говорил: Господи, зачем ты это допускаешь? Что ты мне хочешь этим сказать? И знаете, все, что происходит с детьми, это разговор с нами. Когда, знаете, Бог говорит: Альберт, ты не являешься образцом. Вот почему это происходит. Ты не подаешь правильный пример. Ты неправильно расставил в твоей жизни приоритеты. Ты неправильно сделал то или другое. Поменяй это в твоей жизни. Иди попроси прощения у твоих детей. Скажи, что это было неправильно. Признайся в том, что какие-то определенные моменты в твоей жизни были неправильны, и ты не дал хороший образец своим детям. Знаете, это может тяжело, это может стыдно, но это благословение. Это приносит много благословения, и это приносит исцеление. Пусть Господь нас благословит, дорогие братья и сестры, чтобы в нашей жизни
наши вопросы, которые говорят, а почему, стали зачем? И чтобы мы услышали в тяжелых обстоятельствах нашей жизни слова Бога, который говорит сегодня нам, дорогой друг, то, что я сейчас делаю, это может тебе сейчас непонятно. Но пройдет время, когда ты это поймешь, и ты уразумеешь это все, и ты прославишь меня. И ты будешь мне благодарен за это. Почему? Потому что это было в моем плане. Мы можем отстоять свое, мы можем капризничать, мы можем начать даже что-то делать своими силами для того, чтобы исправить эту ситуацию. Но в конечном итоге мы понимаем, что эти усилия напрасны, мы понимаем, что мы усугубляем ситуацию, мы понимаем, что мы разрушаем очень много своими действиями. И лучше сказать: Господи, действуй. А я хочу быть внимательным. Я хочу просто сказать: Господи, я доверяю Тебе. Потому что все содействует ко благу. Я хочу пригласить нас сейчас помолиться. Давайте мы сегодня скажем: Господи, я доверяю Тебе. Продолжай действовать в моей жизни. Я хочу перестать Тебе задавать вопросы, почему. Я хочу Тебе сегодня сказать: Господи, действуй. Но объясни, зачем Ты это делаешь. Я хочу извлечь уроки. Я хочу что-то поменять. Я хочу что-то исправить. Я хочу что-то сделать иначе. А если в твоей жизни разочарование, может, ты уже просто по инерции ходишь в церковь для того, чтобы вопросы не задавали. Может, ты настолько огорчен на Бога и отвернулся, может, от Него. Дорогой друг, я бы хотел, чтобы ты сегодня сказал: Господи, я хочу обратно прийти к Тебе. Я хочу начать Тебе доверять. Я хочу вновь услышать Твой голос, который говорит, что я сейчас делаю, это правильно. Это так надо. Придет время, ты мне будешь благодарить за это. Пусть Господь нас всех благословит в нашей жизни жить по этому принципу. И быть людьми, которые доверяют Богу. Быть людьми, которые понимают, что Бог не делает ошибки. И все, что происходит в нашей жизни, это задумано. Давайте не будем сопротивляться. Подобно как Петр хотел сопротивляться и говорить: Господи, нет, мне Ты не будешь мыть ноги. Давайте скажем: Господи, если надо, делай. Если надо, сделай еще раз. Если надо, сделай еще. Но помоги мне остаться Тебе верным и доверять Тебе. Аминь. Будем молиться. Аминь. Отец Небесный, я так благодарен Тебе, что Ты есть в моей жизни. Господь, я благодарю Тебя, что я могу Тебе доверять. Не всегда в моей жизни приятные события. Господи, есть моменты, которые я не хочу, чтобы они были в моей жизни. Господь, ну Ты видишь мое сердце. Я хочу вновь и вновь говорить о том, что Ты не делаешь ошибки. Ты все делаешь правильно. Господи, если такие обстоятельства есть в моей жизни, я прошу Тебя об одном. Дай мне понять, зачем Ты это делаешь. Чтобы просто что-то поменять. Чтобы что-то убрать из своей жизни для того, чтобы Ты мог продолжать трудиться надо мной. Господь, я благодарен Тебе, что Ты не делаешь ошибки. И вот этим доверием хотим мы идти в будущность. Мы хотим просто успокоиться в Тебе. И это забирает страх перед будущим. Это забирает вот эту неуверенность в сегодняшнем дне. Господи, мы просим Тебя, прикоснись сегодня к нашей жизни и подари нам этот мир,
Подари нам вот это доверие, которое имел Иосиф, когда он находился там в темнице. Он не отвернулся от тебя, потому что ты был рядом. Ты утешил его, и ты дал ему вот эту дальновидность, что он мог понять, что ты делаешь все правильно. Господь, я хочу это понимать в моей жизни. Благослови моих братьев и сестер в этом, чтобы мы смогли полностью довериться Тебе и следовать за Тобой. Благослови нас, Господи, мы просим Тебя, защити нас от ропота, защити нас от ожесточения, защити нас от того, чтобы задавать Тебе неправильные вопросы. Потому что эти вопросы ведут от Тебя, Господи. Я благодарен Тебе за это время, благодарю, что Ты нам напоминаешь эти истины, и помоги нам жить этим обетованием, жить этим знанием, Господи, жить Словом Твоим. Все это просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Воскликни спасение с колен и Господа благослови. Приди и предстань пред Господним лицом, возрадуйся Боге своем. Ибо он есть наш Бог, мы Его народ, потому с ликованием поем. Братья и сестры, я хочу объявление еще сделать. Наше служение подходит к концу. Я так думаю, мы еще, наверное, споем, вот, чтобы с песней пойти в рабочую неделю. Благодарим хористов наших, пусть Господь благословит вас. Благодарим брата Альберта за участие в служении. Вот, хочу сделать такое объявление, что у нас, начиная с субботы, будет одно особое мероприятие. В субботу вечером. Примерно в 9 часов вечера, может быть, чуть позже, к нам приедет Bible Truck, то есть библейский трак, это библейский музей, можно так сказать, передвижная выставка или выставка на колесах, вот так скажем,
Это целый тракт, целый большой трейлер, который оборудован. Внутри есть интересные очень экспонаты, которые говорят о истории Библии, рассказывают о том, как Библия печаталась в различных условиях. Там есть даже некоторые интересные очень образцы Библии. Наши братья и сестры готовились, проходили, они будут экскурсоводами. Есть у нас 8 человек, которые занимались и проходили занятия, как об этом всем рассказывать. Обычно, как это будет, начиная в воскресенье утром, уже можно будет пройти экскурсию. Он будет стоять у нас где-то, этот трак где-то у нас на парковке. И в 9 часов утра я хотел бы предложить, я сейчас расскажу немножко о часах, как это будет, и поэтому хочу предложить вам. Значит, обычно смогут заходить по 10 человек, группа. То есть не будет как бы личного экскурсовода, таких прям, ну такого не будет. 10 человек собирается, заходит, потом через минут 20 заходит другая группа в 10 человек. Вся экскурсия должна длиться где-то минут 40, может быть, 45 минут. Мы хотим предложить, братья и сестры, в воскресенье утром в 9 часов утра, чтобы те из вас, которые могут раньше приехать, может быть, пенсионеры, кто-то приезжает, там дети ваши на спевку приезжают, или кто-то из вас, я знаю, что и так приезжает в 9 часов. Вы можете в 9 часов быть здесь, кто-то уже будет из экскурсоводов здесь, и сможете пройти, посмотреть, как это, что это такое. Во время служения у нас есть некоторая группа воскресной школы. Мы начнем пока экскурсии для воскресной школы с 7 лет. Поэтому семилетки и потом и выше смогут пройти вот такую экскурсию, младшая группа, во время утреннего богослужения. После богослужения сразу мы тоже хотим дать возможность пожилым братьям и сестрам, потому что многие из вас с кем-то приезжают, у вас нет, может быть, своего транспорта, поэтому сразу после служения с 12 часов вы сможете пройти туда и тоже пройти экскурсию. Потом останутся подростки между служениями, они здесь закажут пиццу, будут иметь общение, посетят вот этот музей, потом спортом будут заниматься и так далее. Вот на вечернем служении, это уже будет опять во время вечернего служения, будет тоже воскресная школа, остальные группы смогут пройти. Вечером, после вечернего собрания, смогут пройти также вот... Наверное, молодежь сможет пройти, или опять же мы дадим возможность тем из вас, кто сможет, может быть, сразу же после вечернего собрания посетить. Кроме того, на неделе с 6 вечера, где-то, наверное, до 9, будут тоже экскурсоводы здесь. Они сделают график и будут находиться здесь. Этот трак у нас будет, или трейлер, вернее, будет находиться у нас, начиная со следующей субботы, то есть 15 числа его привезут. Он в воскресенье начинает работу. Всю неделю, все вечера он будет здесь. В субботу тоже я просил, чтобы были братья и сестры, чтобы они были в течение дня в субботу. И также в воскресенье я попросил, чтобы еще одно воскресенье он у нас был. И после того, как он побудет здесь, он уедет, и его больше в Миннесоте не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Он уезжает на Гошен, потом уезжает на восточное побережье, там Массачусетс и другие штаты. Поэтому, если вас интересует что-то такое, там есть очень интересные экспонаты, вы сможете увидеть некоторые вещи. Ну, например, один из экспонатов, там есть Гедеоновское Евангелие, которое человек носил, и оно было прострелено, пуля остановилась на последней странице. Вот, и вот, ну, вот такие вот очень интересные экспонаты там есть, вы сможете увидеть. Так что я думаю, что вас, наверное, это заинтересует, и для молодежи мы тоже сделаем. Мы также предложим тем церквям, которые находятся недалеко от нас, здесь на севере, может быть, Северная церковь, может быть, еще какая-то церковь, если они захотят прийти в какое-то время, когда они смогут. Так что вот такая вот информация. Значит, воскресенье будет, ну, скажем, с 9 утра и как бы до вечера. На неделе это будет с 6 вечера до тоже где-то, наверное, часов 9, может быть, 9:30. Так что обратите на это внимание. Если у вас есть желание, пожалуйста, экскурсоводы будут здесь. Наши братья и сестры будут рассказывать об этом. Хорошо, спасибо за внимание. Дорогие друзья, наше служение подходит к концу. У нас есть просьба к молитве, помолиться о сестре Аня Карпицкая, это супруга Ивана Агеевича, у нее онкологическое заболевание. Нужно помолиться, принести это Господу, чтобы Господь исцелил эту сестру. 22-й псалом заканчивается такими словами.
последние стихи, там говорят такие слова. «И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Пусть Господь нас благословит, чтобы сегодняшнее служение и с утра, и вечернее служение, о том, когда братья говорили о Слове Божьем, напоминали нам те истины, чтобы они оставались в сердце нашей, чтобы мы не забывали, но чтобы мы практически в своей жизни, в христианской своей жизни могли преподнести, могли пережить, могли говорить людям о Боге и сами преображаться в образ Иисуса Христа. Давайте перед молитвой мы исполним один гимн: «Я в бессмертии иду, наступая на зло», 11.96. Если Господь побуждает вас, и вы хотите помолиться, вы можете выйти вперед, склониться, помолиться, братья вместе с вами помолятся. Если вы чувствуете побуждение Духа Святого, пожалуйста. Давайте споем стоя. Я в бессмертии иду, наступая на зло, и скорбей, и страданий дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Против истины войска ведет сатана, духи зла ополчились жестоко. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я верую в Бога. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я верую в Бога. Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов, побеждаю я зло, мною найдена в небо дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь Иисус, мы приходим вновь и вновь перед Тобою. Благодарим Тебя, Господь, за это служение, за Слово Твое, которое Ты говорил каждому из нас. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нас быть действительно Твоими учениками, Твоими детьми, несущими этот свет, свет Твой, свет Христов, Господи. Помоги, Господь, чтобы мы любили друг друга, и тем самым люди узнают, что мы дети Твои, Господи, когда мы будем иметь любовь между собою. Благослови, Господь, каждого из нас, храни в руке своей, Господь, вот в протяжении вот этой будущей недели. Благослови, Господь, чтобы мы доверяли всю жизнь Тебе, все, что происходит в нашей жизни, чтобы мы доверяли Тебе, Господь, и принимали все с благодарением. Просим Тебя, сестре Ане Карпицкой, Господи, Ты знаешь эту душу, Ты знаешь и вот эти вот в теле переживания, которые есть у этой сестры. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил, чтобы Ты прикоснулся исцеляющей рукой, Господь, и если угодно Тебе, исцели. Приготовь, Господь, благослови и духовно, Господь, эту сестру укрепи, Господь, чтобы
Она уповала на Тебя и надеялась только на Тебя, Господи. Прошу Тебя, Господь, чтобы милость Твоя и благодать Твоя сопровождали нас во все дни жизни нашей. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим. Спасибо, брат.